Дмитрий Гаеши под Садголенью в исполнении Дмитрия Драгина выполняется при положении соперников в правосторонней стойке с классическим захватом рукава и отворота кимоно. У него есть два основных варианта выполнения приема. Первый его вариант с помощью расшатывания соперника. Драгин использует этот вариант, когда его соперник находится в высокой стойке. Расшатывание выполняется для того, чтобы получить реакцию соперника, смещающего весь тело, что приводит к выведению его из равновесия. Это создает позицию для атаки Драгина. Второй вариант выполняется, когда соперник находится в защитной стойке, согнувшись с вытянутыми руками. Здесь он использует другой вариант расшатывания. Драгин говорит, что он сбивает ногу с татами. Это делается снова для того, чтобы изменить позицию соперника, позволяя Драгину атаковать. Третий и последний вариант, который он использует, также эффективный. Драгин выполняет прием после неудачной атаки соперника. Для этого требуется быстрая реакция, позволяющая избежать первой атаки соперника, но привести к результативной атаке для Драгина. В дальнейших видео Драгин научит вас всем тонкостям выполнения суми-гаэши, а также подробно опишет то, как эта техника хорошо работает на соревнованиях. Все это и еще больше доступно на Superstar Judo. Проверьте это.